Чертик. Физическое наказание врагов. Набор программ на талисмане. Первое. Физическое наказание врагов. Эгрегор в виде чертика будет вредить врагам, сыпет на них кучу мелких неприятностей и препятствий, которые будут злить врага, сбивать его с мысли. Как только враг будет думать или делать что-то плохое для владельца талисмана, тут у него будет что-то ломаться, разбиваться. Второе. Сильный материальный ущерб врагам. Акцент урона именно на материальные вещи врага, ибо именно это первое, что обычно злит врагов больше всего. Поломки, разбитые ценные вещи – это все очень быстро отвлекает врага от планов делать вред владельцу талисмана. Если враг не глуп, то обычно он анализирует, что как только хочет причинить вред владельцу талисмана, как страдает сам и может полностью прекратить вредить. Обычно враг глуп до первых трех поломок своих ценных вещей. Со временем становится умнее и даже может извиниться перед владельцем талисмана за причиненный вред. Третье. Психологический и моральный вред врагам. Психика врага расшатывается с каждой проблемой, с каждой поломкой. Враг будет впадать в раздражение, истерики, злость, отчаяние. Если поставить целенаправленно чертика на фото врага, то можно так довести врага до сильных расстройств психики. Четвертое. Физическая защита от врагов, не прямая, а через наказание врагов, не запрещает врагу делать урон, а мешает ему, засыпая врага проблемами. Если активировать талисман на себя, то чертик таким образом защищает от врагов, которые думают или делают плохое. А если поставить чертика на фото конкретного врага, то все его действия будут направлены против одного врага. Талисман работает всю жизнь. Хранить дома, носить с собой не надо, работает на расстоянии. Активация против всех врагов. Подержать талисман в руках минут 15 и поставить на алтарь на видном месте или спрятать коробочку с талисманами. Активация против одного врага. Подержать талисман в руках минут 15 и поставить на фото конкретного врага. В любой момент вы сможете снова талисман активировать на себя или поставить на фото того же или другого врага. Этот талисман хорошо взаимодействует с другими алтарными талисманами. Имея несколько разных или одинаковых талисманов, вы будете иметь целую армию помощников. Этот талисман можно подарить близкому человеку. Даже если он не верит в магию или не знает о программах, талисман будет ему помогать. Этот талисман можно купить в Киеве, в салоне магии, или можем отправить в разные города и страны. Более подробную информацию о этом талисмане или других товарах салона можно узнать в инстаграме Valtea666 или по телефону +3 8050 625 15 62, вайбер, ватсап, телеграм.